We will definitely return to this topic. Приветствуем вас, друзья, гости и зрители канала «Думай сам, думай сейчас». Это второй выпуск новостей студии «Что впереди?». В нем мы спешим поделиться с вами нашими новостями, своими задачами и мыслями, показать вам то, что студия не раскрывала ранее. Первая новость. Мы подготовили и выпустили интернациональную версию первого эпизода «Мир, в котором мы жили». Фильм полностью дублирован на английский язык. Это первый наш крупный интернациональный опыт. Но кроме этого, изменена визуализация трехмерных персонажей, добавлена речевая анимация под английский язык профессора Миллера. Мы подняли планку своих технологических возможностей на ранее недоступный для нас уровень и не собираемся останавливаться на достигнутом. Мы задумали «Мир, в котором мы жили» как серию фильмов, которая познакомит с азами марксизма зрителей на всей нашей планете. Поэтому, друзья, мы вас очень просим максимально свободно распространять этот фильм, чтобы как можно больше наших товарищей за рубежом узнали о фильме и смогли использовать его в своей агитации. Если у вас есть товарищи за рубежом, отправьте им фильм, расскажите о нем. Стоит прислать его всем поддерживающим идеи фильма лидерам общественного мнения, в том числе и российским. Усиливающийся системный кризис капитализма по всей планете приводит к тому, что капиталистические режимы стремительно фашизируются. Наступают тяжелые времена для всех нас. Паразитический класс в каждой стране будет рвать массы людей на части ради своих шкурных интересов. Этому мы обязаны противопоставить солидарность между коммунистами разных стран и усиленное разъяснение все большим массам людей их классовых интересов. Слова «без теории нам смерть» актуальны сегодня как никогда. Без осознания своих классовых интересов и ущербности капитализма счастливого будущего нет ни у России, ни у любой другой страны. В этой людоедской формации нас всех ждет только растущая пропасть между богатыми и бедными, войны и насилие, варварство, деградация, порабощение и уничтожение человечества как вида. Благодаря помощи неравнодушных товарищей к фильму добавлены китайские и испанские субтитры. Мы будем благодарны волонтерам, желающим перевести фильм и на другие языки. Вторая новость тесно связана с первой. Мы инициировали сбор средств на создание второго эпизода на площадке Planeta.ru. Студия поднимает вопрос, быть или не быть второму эпизоду фильма в ближайшие месяцы после сбора средств. Отдаем его на ваш суд. Во втором эпизоде профессор Миллер, путешествуя по разным историческим эпохам, популярно и кратко расскажет, как человечество вообще пришло к тому, что нас окружает в социально-экономическом плане. Мы пройдем путь от первобытно-общинного строя до мира будущего профессора Миллера, общества образца начала 23 века. Мы ставим перед собой амбициозную задачу – создать уникальное, современное и динамичное продолжение нашего фильма, популярную лекцию о неизбежном ходе исторического прогресса. Продолжение, раскрывающее знания исторического материализма как для жителей России и СНГ, так и для интернационального зрителя за ее пределами. Требуется создать популярное, современное и красивое пособие по неизбежности общественного прогресса. Всего в мире, в котором мы жили, нами запланировано 5 эпизодов. Мы провели работу над ошибками первого эпизода и готовы улучшить свой результат. Во-первых, качество всех трехмерных персонажей будет таким, как вы видите сейчас на экране. Во-вторых, мы хотим сделать все намного быстрее, чем в работе с первым эпизодом. Над первым почти часовым эпизодом мы работали командой из десятка человек почти целый год. На этот раз мы хотим сделать работу по второму эпизоду за 2,5 месяца после успешного сбора средств. Как мы этого добьемся? У нас многое уже готово. Мы подготовили трехмерные локации, создана большая библиотека изометрической и двухмерной анимации, созданы дизайн фильма, его сложные интерфейсы, множество трехмерных моделей. У нас куплен и опробован в деле костюм Smart Suit Pro 2 для захвата движения. У нас есть большая команда специалистов, прошедших коллективную организованную работу в непростых условиях. Далее хронометраж. Теперь это не часовой экскурс, а емкий фильм на 20-25 минут. Тем более у нас уже готов сценарий. Такие сроки позволят нам не пропадать надолго со зрительских радаров и реализовать все оставшиеся эпизоды цикла сразу после выпуска второй части. Долгое время студия не инициировала сборы денег на свои фильмы. Значительные средства на их производство в последние 3 года мы откладывали с коммерческих заказов в создание графики. Но сегодня наши резервы подходят к концу.
Мы стоим перед выбором. Первый путь – уйти с головой в коммерческую сферу для выживания всех сотрудников студии, чтобы позже заработать достаточно средств на наши общественные проекты. В этом случае замораживается не только фильм, но и другие проекты студии. На какое время они будут заморожены, сейчас сказать трудно. Однозначно не навсегда, и мы будем искать возможности. Второй путь – зрительская самоорганизация. Вместе с вами мы реализуем фильм за 2,5 месяца после успешного сбора. Нам необходимо собрать как минимум 670 тысяч рублей с комиссией площадки и вычетом налогов. Это не вся сумма, которая нам потребуется для реализации, но это та сумма, которой нам сейчас не хватает. Для всех простых людей это кажется огромными деньгами, и так оно и есть. Однако с точки зрения производства продукта нашего качества, это самые минимальные средства за огромный квалифицированный объем работы коллектива людей в течение 2,5 месяцев. Рыночная цена аналогичной работы в среднем в 3-6 раз выше. На первый эпизод мы затратили по итогу гораздо больше средств за год работы. Первый эпизод нашего фильма на русском языке посмотрело больше 120 тысяч человек за прошедший месяц. Из них почти 14 тысяч тех, кто поставил лайки на нашем YouTube-канале. Это значит, что у нас есть как минимум 14 тысяч человек, которым не все равно. Это значит, что если каждый из 14 тысяч отправит по 100 рублей, мы сможем собрать 1 400 000 рублей только среди тех, кто считает, что наше дело нужно продолжать. Этих средств хватило бы с лихвой не только на производство второго эпизода, но и на важные технические обновления для графических станций нашей студии, бюджета для других видеороликов студии. Это позволило бы подключить по максимуму всех сотрудников студии к выполнению этой задачи. На самой площадке Planeta.ru мы предусмотрели множество наград в обмен на ваши пожертвования. Электронные постеры, доступ к кадрам и анимации из фильма, ваше имя или никнейм в титрах фильма – то, что мы можем предложить всем. Но кроме этого, если среди вас или ваших знакомых вдруг оказался новый Павел Рябушинский или Сава Морозов, то мы составили ряд особых лотов, которые могут быть вам полезны. В обмен за наиболее щедрые пожертвования на производство нашего фильма мы окажем профессиональное содействие в изготовлении 2D-3D заставок, образовательных, социальных, творческих, рекламных роликов и даже короткометражных мультфильмов для ваших нужд. Их количество продумано таким образом, чтобы такая занятость не повлияла на сроки выпуска главного фильма этого сбора. Все подробности вы найдете на странице проекта. Тем же, кто желает помочь производству второго эпизода, но не может поддержать на Planeta.ru, может поддержать нас на Boosty. Особенно это актуально для товарищей за пределами России. Пока еще такая возможность есть, и вы можете отправить средства на производство фильма через систему Boosty. Мы открыты для волонтеров-добровольцев. Если вы профессионал в области создания графики, вы можете присоединиться к команде фильма и помочь в этом деле. Нам обязательно будут возражать. Зачем так много людей? Зачем так много средств тратить и так долго делать фильмы? Возьмите лучше-ка камеру или с помощью простого монтажа выпускайте каждую неделю аналитику. А то придумали тут деньги собирать. Тем более сейчас, когда ядерная зима на носу, а вокруг маячит перспектива войны с НАТО и америкосами всякими. Отвечаем. На просторах интернета уже существует достаточно популярных и не очень левых блогеров, кто регулярно выпускает тематические видео в режиме говорящей головы или с самым элементарным монтажом. У них это хорошо получается. Если бы мы были как они, то не родились бы многие из работ, которые вы любите. Мы давно для себя решили развиваться в создании агитационных снарядов, с помощью которых можно активнее привлекать людей к новой информации. Это наш путь. Увы, нам не интересны простые монтажи или выпуски ради выпусков, только чтобы на канале что-то выходило. Мы хотим развиваться во многих направлениях, создавая все лучшие инструменты для агитации и пропаганды, в том числе и за рубежом. Нам кажется, что за годы своей деятельности мы показали, на что мы способны. Ну а что касается войны, ядерной зимы, то тут все просто. Без осознания своих классовых интересов, без теории и понимания происходящего, большинство людей так и будут бесконечно и нещадно подлежать эксплуатации и грабежу со стороны ушлых и немногочисленных, но организованных паразитов. Без ликвидации капитализма как экономической системы невозможен дальнейший прогресс человечества ни в России, ни где-либо еще. Если не стереть капитализм со страниц человеческой истории, то нам никогда не устранить чудовищное расслоение на бедных и богатых, безработицу, всеобщую деградацию, войны и насилие. И весь этот путь к прогрессу и разрешению накопленных противоречий начинается с осознания своих классовых интересов каждым из нас. Именно этому мы посвящаем свою деятельность по созданию фильма. Товарищи, делитесь информацией о сборе со своими друзьями и знакомыми. Распространяйте первый эпизод среди соотечественников и присылайте его вашим зарубежным комрадам.
К фильму доступны китайские, испанские, английские субтитры, дубляж на русский и английский языки. Коллектив студии «Думай сам, думай сейчас» ждет вашего решения. Быть или не быть в скором времени второму эпизоду фильма «Мир, в котором мы жили» — решать вам. И, наконец, прямо сейчас художники и аниматоры студии готовят короткометражный 2D-мультфильм. О чем он? В каком-то смысле обо всем, что нас окружает. О том, в каких условиях мы, люди, находимся и что стало смыслами нашей жизни. Мультфильм как о плохом, так и о надежде на лучшее. Мы готовим его плечом к плечу с нашими талантливыми друзьями, коллективом «Адаптация пчел». Мы надеемся, что к концу года, а возможно и сразу к окончанию сбора средств на planeta.ru, мы сможем поделиться с вами нашим совместным творчеством. А в следующем выпуске новостей «Что впереди» вы узнаете. Детали о разработке 2D-мультсериала, студия работает над ним уже полтора года, какие проекты были заморожены, помимо агитации и пропаганды, ролики о практической деятельности, профсоюзная борьба, гражданский контроль, система пропорционального разделения труда, расскажем о создании интернационального объединения с нашими китайскими товарищами и о том, в какой форме возможно продолжение идей фильма «2045». До связи, товарищи! Красное смещение близко!